Всем привет! У нас распаковка осушителя от Купер Хантера, купленного на розетке. Вот так он упакованный, мы его не вскрывали, так как он заводской упаковки. Сейчас мы с вами его вскроем. Вот так выглядит упаковка. Вот так он выглядит. Достаточно нелегенькая штука. Снизу есть колесики. Сверху экранчик, как видите. Ну, такой небольшой, компактный. Сейчас попробуем снять наклейки. Транспортировочные. И подозреваю, что мы увидим емкость для слива воды, конденсата. Да, вот так выглядит емкость. Это, я так понимаю, поплавок, который в случае наполнения отключит подачу воды и начнет сигнализировать. Это для подключения шланга для вывода конденсата наружу. Ну, вот так он выглядит. Выглядит очень симпатично. То есть, дизайн комнаты не испортит. Всем спасибо за внимание. Покупайте на розетке.